злоупотребление дарованием Божиим. Потому можно считать неблагодарностью, что посылается оно для того, чтобы мы сами им пользовались и благодарили Бога, и другим помогали в честь давшего нам свое добро. Святитель Тихон Задонский. Не будем знать Бога в половину. Долготерпение и человеколюбие Его обращать себе в повод к лености. Кто велел сиять солнцу, тот наказывает и слепотою. Кто дает дождь, тот дождит и огнем. Одно доказывает благодать, другое — строгость. Святитель Василий Великий. Слово праздное то, которое учит делать добро, а само не делает. Преподобный Ефрем Сирин.